На дорогах Тверской области станет больше видеокамер. Более 40 новых комплексов фото-видеофиксации планируют установить в ближайшее время в рамках нацпроекта «Безопасной качественной дороги». Основная задача техники – дисциплинировать водителей и снизить смертность на дорогах. А как работает на деле умная техника и видят ли в ней пользу сами автомобилисты, рассказывает наш корреспондент. На территории региона за дисциплиной на дорогах бдят 116 комплексов фото-видеофиксации. Всевидящее око в центре Твери есть едва ли не на каждом углу. 24/7 бдят за тем, пропускает ли автомобилист пешехода, не превышает ли скорость и не грешит ли пересечением двойной сплошной. Если вдруг такое случилось, жди письмеца в конверте со штрафом. Но главная задача умной техники не наказать, а предупредить и снизить количество аварий. Камеры устанавливаются в местах концентрации ДТП, либо в потенциально опасных местах, соответственно, и приносят свои плоды. Так у нас аварийность по итогам 2022 года с материальным ущербом в местах установки камер сократилась почти на 23%, если быть точнее, на 22,7%. А ДТП, в результате которых погибли либо пострадали люди, на 28%. В Твери работают разные комплексы – «Одиссей», «Автоураган», «Азимут» и другие. «Азимут-3» следит за обстановкой на дороге и у горсада, где два пешеходных, большая проходимость и постоянный поток машин. А значит, высок риск аварийности. Поэтому наличие комплекса вполне логично. Кроме того, ему недавно добавили еще одну функцию. Камеры видеофиксации, установленные на перекрестке улицы Советской и Театрального проезда, с весны этого года фиксируют такое нарушение, как непристегнутый ремень. За него водителю придет штраф в размере 1000 рублей. Запустили эту функцию в апреле, и за этот короткий срок камера вычислила внушительное количество тех, кто пренебрегает ремнем безопасности. На настоящий момент у нас уже выявлено 8431 такое административное правонарушение. Вот. Ну и, соответственно, наверное, будем расширять эту практику использования данной фиксации и на других комплексах. В прошлом году нарушители пополнили казну более чем на 950 миллионов рублей. Кроме того, в ближайшее время количество камер увеличится. Так, на региональных дорогах появится 33 новых комплекса фото-видеофиксации нарушений. Всевидящее око появится на 9 перекрестках в Твери. Кроме того, будут под недремлющим взором 3 нерегулируемых пешеходных перехода. Кстати говоря, тверские водители поддерживают такие планы и сами отмечают, что стали дисциплинированнее. В ближайшие 2 или 3 года штрафов нет. Камеры нужны, но мне кажется, везде они нужны. Это безопасность пешеходов и водителей. За превышение попадался, за светофор попадался. Но вот ситуации бывают, допустим, вот загорелся зеленый тем автомобилем, вот этот дернулся, поехал, я поехал за ним. За невнимательность. Конечно, нужны всегда, потому что очень много нарушений. Места установки выбираются с учетом аварийности, интенсивности движения и инженерно-технических возможностей. Работа ведется совместно с ГИБДД, а вот устанавливает их уже собственник дорог.